И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Эскер. Но это Republic Commander Star Wars. Я уже запутался, какой эпизод у нас идет по счету. Но у вас должно быть сегодня. Может, сюда. Кто-то расскажет хорошую историю, дабы скоротать время. А я, значит, плохо рассказываю. Очень смешно запал. Все, больше ты не пойдешь ни на один корпоратив. У нас так их нету. Может, кто-то расскажет хорошую историю, дабы скоротать время. Вот хорошая история. Помолчи. Я, значит, тут, извините... Перелегнитесь в главный коридор, Дельта. Осторожно, Дельта. Эй, да ты идиот! Это заберем. Вражеский дроид в мою сторону. Противники далеко. Медицинская помощь. Так. Вот это как раз то, что нужно, Дельта 38. Надеюсь. Витайте гранаты отсюда, Дельта. Перекажу на позицию. Где напали отряд? Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Уже иду. Свяжитесь кто-то со штабом. Пусть там заменят командира. Очень смешно. Седьмой готов к стрельбе. А ну, давай-ка, взломщик, поднимайся. Бак ждет. Бак зовет. Дельта, бронебойную, живо! Хороший план, сэр. Можете идти, сэр. Я иду. Граната. Это все? Прекратить, Дельта. Надо поставить сюда взрывчатку, Дельта. Так точно, ставлю заряд. Оставить позицию, Дельта. Я бы всю жизнь этим занимался. Отряд не давать. Супердроиды! Занимай позицию, босс. Так точно, Дельта 38. Выполнить процедуру разрушения, Дельта. Устанавливаю детонатор. Командир не отвечает, он призывник. Срочную реанимацию мне, у меня баг-то немного. Инструкция требует уничтожения противника в первую очередь, а лишь потом я могу вам помочь, сэр. Дельта, на всем попали. Я скоро вернусь. Построиться для наступления. Прекратить выполнение маневра, Дельта. О, нет, их много. Это 40 ранен. Помогите ему хоть что-нибудь. Сэр, вы уверены, что мы клоны одного и того же донора? Наверное. Дельта 62 ранен. Хоть кто-нибудь, окажите ему помощь. Будьте наготове, Дельта. Понятно, сэр. Электростатические гранаты смогут повредить их нейронные сети. Давай, 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 давай. Ага, зарегистрирован. Точно такой же регистрации, как у тебя. Отлично получилось. В общем, мы померли. Спасибо. Дельта, решить проблему с взрывчаткой. Запал устанавливать заряд. Да. Пора утилизировать эти ведра с гайками. Я один, да? Лидер отряда?
Нужна помощь, Командос. Инструкция требует уничтожения. В общем, мы померли. Я сказал. Кажется, отряд Дельта ликвидирован. Не страшно. Мы не так далеко ушли, так что не страшно. В принципе, можно по... Осторожно, Дельта! Просто так держать. Спасибо. Уже иду. Цель под прицелом. Попал за Лизолобова. Да? Да. Противник уничтожен. Давайте, ребятки, и вперед, я тут пока подлутаюсь слегка. Перезаряжаюсь. Прекратить, Дельта. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. С огромным удовольствием, сэр. Понемножку полигончику продвигаемся, парни. Начать радикальную перестройку, Командос. Дельта 40 ставит взрывчатку. Давай, ставь уже заряд, гребаный! Взрывчатка заложена, отряд. Перезаряжаюсь. Все? Отлично. Аллилуйя. Проклятие. Поверить в это не могу. В чем дело, седьмой? Я сбился со счета мной убитых. Это у тебя такое проклятие. А у меня проклятие то, что сейчас вот с экран, я, наверное, не буду это вырезать. Извиняюсь, ребят, я, наверное, это не буду вырезать, чтобы просто... Подебали, что произошло. Враг убит. В общем, если вкратце, взорвали эту штуку. Взорвали успешно и эффективно. Вперед, вперед! Боевые супердроиды! Подготовку вступили в бой с противником в следующем ангаре. Пройдите в ангар и прочистите для них путь. Еще один ангар? Что ж поделаешь, буки любят строить ангары. Ангары — это хранилище для дерева. Командир, чем ты тяжело ранен? Можно теперь я буду командиром? Нет, нельзя. Нужная помощь. Дельта, прежде чем мы сможем помочь Дельта 38, мы должны прикончить их всех. Нужна помощь. Сейчас же. Да сейчас будет вам помощь. Новые патроны. Вот и все. Иду в укрытие. Там Вуки. Кажется, он нас зовет. Чуть попозже подойдем. Начать процедуры с бактой, Дельта. Вас понял, применяю бакту. Взломайте терминал этой двери, Дельта. Так точно, сэр. Построиться. Строимся, босс. Бакта сделала свое дело. Отлично. Седьмой, пока не ходи к тому. Почти готово. Я хочу узнать, что здесь. Дверь открыта. Hello. Уходим. Идемте к Вуки. Построиться, отряд Дельта. Что тебе надо, Вуки? Начать штурм двери, Командос. Будет сделано. Так, а где ставший? Внимание. Походу, Вуки нас звал, чтобы мы доверились.
тяжело ранен. Уничтожим эту железь. Пак, что? Живо. Сэр, я и рад помочь, но сейчас я немного занят. Надо спасать Фукусу. Боевые супердроиды. У меня есть план на Фукусу. Да сейчас, Фуки жив? Сейчас мы на конфедерации. Разберитесь с этим дроидом. Я его подниму. Приступить к реанимации, Дельта. Выручаю Дельта 40. А мы пока подлечимся. Начать процедуры с Бакты, Дельта. Уже иду. Все на Бакты лечение. Уже иду, лидер отряда. Давайте, идите, а я пока здесь. Где наш... мне намного лучше. А где наш Вуки? Да он делся. Я рад, что тебе лучше. А Вуки-то где? Вуки куда-то пропал. Ну ладно. Сбежал, наверное. Я пока поставлю снайперку для безопасности. А, не тут была Бакта. Ну вообще спасибо. Вуки! Кис-кис-кис. Поторопитесь, Дельта. Этим Вуки нужна ваша помощь. А, он помер. Ну ладно. Седьмой занимает укрытие. А, нет, живой. Похоже, что уже не нужна. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Эти здорово держутся. Он сможет попасть в них отсюда. Перемещаюсь в пушке, сэр. Это генерал Гривус, и кажется, он не один. То есть Гривус? Предатели. Сэр, Гривус убегает. Я потерял след, проклятие. Я сообщу об этом Вуке. Увы, ничего не поделаешь. Забудьте об этом и сконцентрируйтесь на выполнении главной задачи. Заставьте их поплатиться. Так, подождите, было автосохранение. Сколько сейчас, 11:29? Да нет, было автосохранение, я хотел застять Гривуса. Ой, ну и ладно. За это, Дельта. Они используют тактику проволочек, Дельта. Офигительно хорошая штука, должен отметить. Прекратить, Дельта. Кто-нибудь, сядьте за дурань. Они просто хоровод вокруг него делают. Хоровод дроидиков. Так, а, они могут их убить все-таки. Это нехорошо. Нужна немедленная помощь. Иду дальше, сэр. Ладно, но если мне выстрелят в спину, виноваты будете вы. Ой, да ладно, кто тебе выстрелит в спину? Ты главное тебе просто поднять меня, пока они тут акробатические трюки делают. Обнаружены вражеские дроиды. Отлично, вперед за пауз. Где они? Мы сможем попасть в них отсюда. Дельта 60-21 за турель. Продвигаемся дальше. Готово, сэр. Я лучше сяду за турель, мне безопаснее. Где эта зараза, скакопочище? Я сделаю запал, не переживай. Остерегайтесь бластерного огня! Какие же живучие все-таки, где они? А, он здесь. Где он? Я его не вижу. А, ты подо мной, зараза! Кстати, а мы здесь в безопасности относительно, так сказать. Соберитесь, Дельта. Нам нужно добраться до верхушки дерева. Еще один здесь должен быть. Где тут еще один должен быть? Бакту, живо! Иду дальше, сэр. Оказываю помощь лидеру отряда. Ну, походу, мы всех прибили, мне кажется. Хотя кто-то меня прибил. Или может из-за того, что я себе под ноги подстрелил, как вариант. А, нет, слышь этот шум. Да, есть один. Вот и помощь, запал. Вот и помощь, да? Отлично. А мы пока займемся еще.
бы хоть кто-нибудь, помогите ему! Я помогаю Дельта-62. А ну иди сюда! Давай! Покажем им настоящую огневую мощь! Будет сделано! 3Б готов! Дельта, впереди вас есть грузовой лифт Буки, который вы можете использовать, чтобы подняться на верхушку дерева. Сепаратисты использовали его для транспортировки дроидов по дереву. Захватите управление лифтом и поднимитесь на нем как можно быстрее! Сейчас все сделаем! Это я возьму. Эта штучка великолепна. Тем более у нас... Ну что? Покинуй турель, Дельта. Турель уже не нужна, сэр. Да понятно, что не нужна, поэтому говорю, покинь. Прими бакту, командос. Пока он принимает, мы подлечимся. Без бакты никуда, народ, без бакты никуда. Бакта наше все. Я надеюсь, что я не сильно могу засиживать. Потому что, по-моему, сколько там у нас шло? Минут 7 первый раз, да? Получается, здесь надо еще 23 минуты записать. Я просто так прикидываю. Вот и все. Провести штурм этой двери. Вас понял. А я пока подготовлю... пылкий им сюрприз. Ставлю штурмовой заряд. Назад! Внимание! Дверь открыта, входим! Убей их, прежде чем они убьют тебя. А здесь... Я этим займусь. Ставьте, пока дроидики не вышли. Так. То есть, как закончились? В общем, мы убиваем всех подряд. А там уже определимся, кто наш, кто нет. Сразу, да сколько же вас там? О, вот это настоящая битва. Ага, тоже мне разрушители. Разрушается только в путь. Отлечись, Дельта. Я тоже. Вот и все. Еще укрытие. Идемте, парни. За вами, Дельта 38. Да я знаю, я тут просто с зарядами иду. Кажется, мы кого-то потревожили, Дельта. Вот и все. Жалко, что нельзя взять, я бы взял бы. Спасибо. Идемте дальше. Оу, это плохо. Спасибо. Лифт захвачен, сэр. Лифт захвачен, а бакты нет. Дайте бакту мне. А, ну в принципе можно и так. Идемте наверх. Отлично, Дельта. Оборонительные системы Вуки уже активированы и могут быть использованы для уничтожения сепаратистского крейсера. Ух ты! На верхнем уровне каждой из четырех платформ вы найдете двойную ракетную турель Вуки. Только совместный огонь из всех четырех орудий даст нам хоть малейший шанс уничтожить этот боевой корабль. Ясно. Поднимайтесь, Дельта. А почему мы никуда не едем? Седьмой, нажми кнопку. О, простите, сэр. Седьмой, ты начинаешь быть запалом. Тебе точно нужен отдых. Запал правильно говорил, ему нужен отпуск.
Итак, последний удар. Сепаратистский десантный корабль может перечеркнуть все старания отряда Дельта, поставляя войска в город Вуки. Теперь все зависит от четырех храбрых командос. Они должны добраться до судна и сбить его. Но в следующем эпизоде. Да, ребят, знаю. На этом, скорее всего, не буду обрезать, потому что хотя... Нет, оставлю на потом. Будет, наверное, короткий эпизод сегодня, потому что сегодня еще замучился перезаписывать все это дело. Но так или иначе, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Discord, контакт, DeviantArt, ссылочки все в описании. Ну и, конечно же, приглашайте друзей и пишите в комментариях, как вам сегодняшний эпизод. Всех с наступающим Новым годом! И всем до скорой встречи, и всем пока! Еще увидимся!